Всем привет, ребят! Сегодня с вами Лена Комарова, сегодня снимаю видеовлог. И да, я не снимала. Снимала видео 3 дня назад. Моя новая. Просто я на больничном. Сегодня я выписываюсь. Вот. Я вымыла голову, чтобы в больницу не с грязной головой идти. Я сегодня все утро проспала, потому что я ночь не спала вообще. Я лежала, но уснуть я не могла. Вот. Поэтому вот так вот. Ребятки, нас уже 10 подписчиков. Спасибо вам. Я вообще не ожидала от вас, что вы наберете 10 подписчиков. Наберется у вас для меня, для моего такого никакого канала. Это много. Просто я вообще не ожидала, потому что я не выпускала видео 2 недели. И я такая, what the fuck? Я сегодня, короче, захожу на свой канал на YouTube, смотрю подписчиков. Ё-моё, у меня 10 подписчиков. Я такая, мама, там, господи, у меня 10 подписчиков, и я становлюсь популярной. Конечно, спасибо вам, что вы у меня есть. И я вас очень всех люблю. Вот. Я знаю, что я не совсем приятное видео, но, в принципе, вы меня в таком видео уже видели. В одном из видеовлогов, поэтому вам не привыкать. А если вы не привыкли еще, то привыкайте. Может быть, я так буду чаще снимать видеовлоги, но я постараюсь, конечно, не чаще снимать так видеовлоги. Потому что, мне кажется, это позорно. Вот. Кстати, насчет личного дневника хотела бы кое-что вам сказать. Если вы хотите видео об личном дневнике, то есть, чтобы я вместе с вами его оформляла. Кстати, я вот тут наклейку издерла. Сегодня утром сдерла наклейку отсюда, чтобы он был красивым. И он у меня упал. Короче, вот. Если вы хотите видео об ЛД, чтобы я снимала вместе с вами, делала какие-то вместе с вами разворотики. И, кстати, у меня появились какие-то новые разворотики. Если вы хотите, чтобы я показала, то давайте под этим видео наберем 10 пальчиков вверх. Если вы не наберете 10 пальчиков вверх, такого видео не будет, потому что вот такие вот условия у меня сейчас. Пошли. То есть будет 10 пальчиков вверх, будет вам видео об ЛД, будет вам ЛД, и будете вы счастливы. Если не будет, то сорян, не будет и видео. Ну, вы поняли. То есть сейчас вы ставите, сейчас пальчик вверх, и видео вам обеспечено. Поэтому давайте наберем. Я знаю, что вы мне сильны, и вы наберете под этим видеовлогом столько пальчиков вверх. Вот, поэтому давайте наберем пальчики вверх, и я сниму видео. Вот. У меня тут много всяких разворотиков новых появилось, которых я вам не показывала совершенно. Я думаю, вам будет интересно. Поэтому вот так вот. Поэтому ставим пальцы вверх. Сейчас я смотрю Дилерона и мини-кошку. Вот. Я знаю, мне сейчас очень, ну, плохо так видно. Освещение плохое, да? Просто у меня от окна сюда, в лицо. И меня не очень хорошо видно. У меня телефон сейчас на зарядке стоит, поэтому я не могу его повернуть как-то, чтобы к окну было у меня лицо. Вот. У нас сегодня как-то пасмурно. Вот. И вообще никак. Вот. Я сделала себе кофе со сливками. Вот. Чтобы окончательно проснуться. Я проснулась
12 с чем-то. Мне надо к 1 часу уже одеваться. Я такая: what the fuck, что, блин, как я могла проспать? Господи. Просто, конечно, еще не 1 час. Сейчас у нас сколько время? Телефон. 13:02. Уже 2 час. 2 минуты 2. Вот, поэтому я думаю, буду одеваться. Где-то в 1:30, наверное, буду одеваться. И вот. Потому что у меня бабушка придет в 2 часа. И поэтому я буду одеваться в 1:30. Вот. Да. И, кстати, пальчики вверх не забываем. А то видео не будет. Я честно, я серьезно говорю, потому что пальчиков вверх у меня вообще нет. И как бы я на это закрывала глаза, но и делала вам видео, видеовлоги и тому подобное. Но если вы хотите видео об ЛД, то пальчики вверх и будет видео об ЛД. Вот. Оно у меня интересное. Просто вообще вах. И вот, поэтому, если вы хотите, то пальчики вверх, и будет вам такое видео обеспечено. Вот. Как я уже сказала, 10 пальчиков вверх. 10. Это, то есть, 5+5. Ну, кто знает, тот знает. Короче, я не собираюсь накапливать 10 тысяч лайков, потому что это долго. Просто 10 пальчиков вверх и все. Для меня, мне кажется, это немного. Вот. Вот такие вот условия. Вот. Давайте, значит, сделаем так. Если... Давайте сделаем так. Один день я снимаю видеоблог, другой день я снимаю видеоблог. Видеоблог ЛД, видеоблог ЛД. То есть давайте сделаем так вот. Попарно, чтобы вы не путались. То есть, например, в понедельник у меня будет видеовлог, во вторник у меня будет видео об ЛД. И вот так вот будем, да? Давайте договоримся так, да? Наверное, так будет удобней для всех, для меня и для вас. Вот. А, вот так вот. Ладно, я сейчас поставлю на паузу, буду пить кофе и смотреть ютубчик, делю на мини-кошку, а потом вернусь к вам, когда уже буду сушить волосы, потому что у меня волосы сохнут довольно медленно, ну, в принципе, как у всех, я думаю, и поэтому мне нужно их высушить феном, вот, поэтому до встречи. Короче, ребят, я сейчас буду сушить уже волосы, потому что уже 19 минут 2. Вот, скоро уже 30 минут, то есть 1:30, поэтому мне надо сушить волосы. Вот, я сейчас высушу волосы. Вот. Расчешу. Кстати, а где у мамы фен в этом? У нас вот такой вот старинный просто фен. Но он работает. Он уже как-то ломался. Вот. Нам его чинили. И он сейчас снова работает. Вот. Вот. Вот так. Сейчас я буду сушить волосы. Пока я сушу волосы, у меня будет где-то, так показать, звучать телевизор. Ну, не телевизор, а компьютер. Вот.
Поэтому... Вот. Сейчас я подключу все это. Все тут переведем. Всякие стеклышки есть, можно тогда цветное стекло по идее взять, и по идее цветное стекло. Все, ребят, я подсушила чуть-чуть волосы, чтобы они побыстрее высыхали. Сейчас я буду расчесывать. Вот, покажу вам то, что я смотрю. Я смотрю на канале Мини-Котик Плей. Как там мини-кошка рисует всякие приколюшки. Вот. Это какие? Это лево, вверх? Сейчас мне надо, блин, еще расчесаться. Подождать, пока высохнут волосы. За это время я пока оденусь. Мое слева. Вот, сейчас я включу. Все, я расчесалась. Вот, сейчас буду ждать, пока высохнут волосы. И буду, наверное, уже одеваться надо. 26 минут. В принципе, мне еще одеваться не пора. Вот.
Сейчас я буду допивать свой кофеечек. Одеваться. Вот так вот. Сейчас, короче, я пишу дневниковую запись в дневнике личном. И вот. Да. Сейчас я уже ее написала, сейчас я буду ее украшивать наклеечками и всем таким. Вот. Да. Сейчас. Подождите, пожалуйста, сейчас я достану для пакетика чудо-наклейки. Ой. Вот мои наклеечки. У меня их еще много. Вот, поэтому сейчас буду что-нибудь убирать отсюда. Вот. Я стараюсь убирать сразу из двух пар наклеек, чтобы у меня быстро наклейки не заканчивались. Я люблю больше всего наклейки, это подводная сказка. Обожаю эти наклейки, они очень красивые. У меня их, кстати, много еще. Вот. Некоторые наклейки из подводной сказки я подарила своей подруге. Вот. Она попросила. Но у меня их довольно много еще тут осталось. Листочков довольно много осталось. Потому что я как-то забила на ЛД. После Нового года, получается. Да. И вот. Поэтому у меня они, у них много осталось. А вот этих вот наклеек, которые концерты, их у меня еще больше. Потому что я ими практически вообще не пользуюсь. Они мне нравятся, конечно. Но я ими практически не пользуюсь. Всё. Сейчас стараюсь ими пользоваться, чтобы они как-то заканчивались. Потому что у меня их реально много. У меня все 8 страниц, и у меня они все практически заполнены. Вот реально говорю, я не шучу. И это очень удивительно. Вот. Да. Может быть, я еще возьму какой-то набор наклеек, когда пойду в фикс прайс. Там еще другие были. Там были набор наклеек вкусняшки, там были, ну, еда, всякие вкусняшки там были. Что-то там еще было вроде. Но я выбрала именно подводную сказку, потому что она мне понравилась больше. Конечно, я бы могла взять подводную сказку и вкусняшки в одно время, но просто что-то я побоялась взять, потому что у меня денег было мало, я побоялась. Тогда я взяла наклейки и еще скотч, вот эти вот, кто они? Ну, скотч, ну вы поняли, декоративные. Я побоялась, что это просто у меня было что-то мало денег, и я побоялась взять еще одни наклейки. Так бы я бы взяла еще одну пару, еще даже, может быть, две пары наклеек, потому что это реально очень стоящие наклейки. И я очень рада, что в Фикспрессе есть такие недорогие наклейки. Вот. Я не знаю, сколько, если честно, они стоят. Ну, вроде бы они недорогие, не знаю. Вот. Поэтому сейчас я буду украшать. Все, я дорисовала, наклеила наклейки. Я вам не буду ничего показывать, потому что вы должны набрать 10 пальцев вверх, чтобы я вам показала. Если вам интересно, то я вам покажу, когда вы наберете 10 пальцев вверх. Вот. Вот так вот. Сейчас, короче, ладно, буду с вами прощаться, потому что мне уже одеваться пора. С вами была Елена Комарова. Не забывайте поставить 10 пальчиков вверх, чтобы я снимать начала видео.
И поэтому, да, всем пока. Обожаю вас. Кстати, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. 10 пальцев вверх. И поэтому пока.